Доброго всем утречка. Только вышли с нашего отеля Ibis. Отлично, сразу Наташа нашла гномика. Что он такое катит, интересно? Ай, красавчик. Ну, привет. Доброго утра. Значит, утро будет доброе. День будет хороший. Привет. Увидим много сегодня всего интересного. Вокзал. И сегодня мы просто другим путем идем на все доски. Будем показывать и рассказывать. Все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Гуляем, немножко запутались, идем в центр. Наташа говорит: смотри, Ромашка, здесь же с компьютером номер. Так, давай, тут это бизнес-центр, тут принт-центр 1819, что, закрылся 2019. И тут даже адрес есть электронный. Красавчик какой. Они реально доставляют радость какую-то. Ну вот идем сегодня в центр другим путем, немножко блукаем, но мы запутались. Интересно смотреть город, кстати, смотрите, какие балкончики. Прикольные. Ну что, народ, что Наталка не застряла в магазине, пока мы идем, покажи, что есть быстренько. Так, это мое гель от прыщей, давно-давно искали, клеросил убрали, ничем не заменили. Это дальше. Если спонжики под глаза типа. А сколько? 12 зло. 12, дальше. Это ресницы, чтобы были. Сколько? По-моему, 22. По-моему. 24 ты сказала? 24 я сказала. И кисточка? Не, это карандаш для бровей, мне очень нравится. Эвелиновский, 13-14 злотых. Ага, это есть. Магазин Хебе. Хебе. Я тут бегаю, где тут это? Сейчас найдем. Сейчас все будет хорошо, я уже вижу интересные досты. Кстати, еще взяла такой супершот с гуараной, по-моему. Вот, и вот такие я пила тоже, прикольные шотики, такое энергия за 5 злотых, да, прикольная тема. Вышли мы, наконец, из магазина, вытащила я Наташу, это, в принципе, невозможно сделать. Нормально я. Реально. Нормально. Вот корпус Чёрч называется, церковь, корпус, а памятник не знаем кому, на карте не нашли, и там оперный театр. Поэтому сейчас пойдем, но красный свет. Поэтому мы перейдем, подойдем ближе. Где-то еще какого-то гнома показали. Здесь какой-то гном прикольный на карте показалось сидит. Но выйти, как шли, немножко запутались, отошли в другую сторону и нашли прикольный и магазин Хебе. И купили там уже. И прикольные всякие трамвайчики идут. Класс. И доски. Трамвайчики вообще просто. Трамвайчики — это радость. Я не знаю, как можно не любить трамвайчики. Так, сейчас где загорается быстрее, мы пойдем и покажем вам эти доски. Наташа говорит, памятник Болеславу Храброму. Болеславу Храброму. Ага, вот такой памятник мы с вами нашли. Не знаю, интересно ли вам смотреть памятники, но вот прикольный такой. Болеслав на коне. Тысячный год, посмотри. Рока тысячи. В Европу что-то он тут сделал. Болеслав Храбрый, врач польский, лечение. Картинки какие-то из его жизни, наверное. Короче, защитил Европу в 1000 году. Ага, Европу защитил, молодец, Болеслав. Если 1000 год, то это значит эти татаро-монголы. О, смотри, карта. Гуляем и находим все новые досты, которых даже не предполагали. Где-то вот рынок там, наверное, вот там где-то площадь рынок, куда мы шли, собственно говоря, чтобы прогуляться еще сегодня. Сейчас покажу вам очень красивая местность. Тут речка уже. Мы уже с вами знаем, что Вроцлав — это практически город Венеция, польская. Так, ничего, я по травке пройду. Главное, чтобы на попцене проехать потом. О! Классно, да? Но красиво же! На шине поплавать можно. Так, можем еще посмотреть этот хорус. Классный, вообще обалденно, да? Красиво. Идешь и Венеция. Такая красота. Наверное, рынок туда. Мы завернем еще, чтобы посмотреть оперный театр, показать вам. Висите интернет. Тут даже указателей про рынок нет, а то мы зашли куда-то. Вот туристы, сразу видно. Привет, ребята. Кафе Боровка. И тоже, кстати, красивое здание, где мы внизу покупали только что. Ой-ой-ой, все удовольствия. А рядом серое такое вообще.
ботиком. Наслаждаемся. Мне нравится идти, найти что-нибудь, да, вот так вот. Да. Наобум. Вот, подходим к хорусу. Так, сейчас, кстати, можно же зайти, да? Написано что-то. Наталка, давай, запускаем тебя вперед. Не хочу. Ну, на, держи, да, кеточку. Как это? Что значит не хочу? Надо же показать. Тут не хочу. Здрасте уже. Просто я в очках иду, и мне так плохо видно, если честно. Господи, хоть бы на ступеньках не подлететь. Так, ну что? Так, куда здесь завернуть? Вообще ничего не ясно. Лапа. Закрыто. А ну, Наталка там. А что, закрыто везде, чушь? Не понял. Закрыто. А как, что за прикол такой? Давайте через стекло посмотрим, конечно. А я думаю, другой вход есть какой-то. Они не могут... А вот, да, кстати, там написано другой вход. Увага стопан, остановитесь. Какого вы фига сюда лезете, да? Нет, ну мы где-то стоп. Ну давай так просто оглядим. Уже много храмов, церквей показали. Может, людям уже и не интересно. Да, я думаю, если они там ходят, где-то... А, там? Дякую. Женщина говорит, девки, туда обходите. Идите вы отсюда, идите вы туда. Ну, спасибо, что показали. Мы такие поняли. Она говорит, если вы хотите, уже такое ожерелье красивое, да? Ой, я ее сняла, но ожерелье через камеру не заметит. Золотое это? Ну, давайте покажем вам хорус. Красиво. И вверху тоже сейчас, наверное, увеличу. Я не понимаю, что там на этом может быть? Женщины, ай, конечно. Боюсь, и солнце, но я не знаю. Не-не, солнце. Хочешь какой-то или как танец какой-то, я не знаю. Как, а, как на как этом? Я не могу понять, что это. Или оно не полностью просто подсвечено, я не понимаю. Ну, немножко вам показали, просто вот просто гуляем красивым Вроцлавом. Сейчас идем, я так понимаю, вот это вот оперный театр, потому что я уже, пока Наташа выбирала себе нужные вещи. Это себе крем-гель сразу выбрала. Ну, нужные слова. Вещи. Дабы не стать фигню. Да. Я быстренько ввела, где мы, хотя памятник Болеславу отважному не показали. И хороброму. Хороброму. Это, как я поняла, оперный театр. Ну, как бы, по-моему, он и был такой красивый на фотках. Поэтому... Точно ли это просто театр какой-то вот драмы? Как... Ну, было оперный написано, 3 минуты идти от твоего хибе. От нашего хибе. Что же там было, ладно. Дайте я уж стану, покажу вам. Вроцлав. Какой-то вот написано. Это же не отель-то. Не, это года или дата. Это дата, конечно. Ну, я поняла, что это оперный театр. И вот еще красота. А дом с крестом мы видели, кстати, мы это видели. Это вот эта церковь, куда мы идем. Мы видели на ратуше. Куда мы должны подняться? Я думаю, что это он и есть. Эльжебет или что? Нет. На Эльжебету спасибо, поднялись. Уже поднялись. Значит, на двойную, на Марии Магдалины ты имеешь в виду. Так, что делать? Можно? Наверное, переходим. Да, люди идут. Давай-ка быстрее пойдем. Идем, быстрее поедем. Трамвайчик, ты стой там, ладно, пожалуйста. Нам и так страшно в незнакомом городе. О, дом с крестом. Как-то мы вышли за гагулками. Мне так кажется. Ну правильно, мы же пошли сегодня с другой стороны, пошли возле вокзала. А что-то есть у нас на этом, на вот этом вот, Наташ? А что это такое вот это вот? Под стеклом. На вот этом. На вот этом написано музей исторический, что-то там непонятно. Площадь еще... рынок еще не написано, да? Нет. Видите, как мы с вами немножечко заблудились. Что это такое? Какие-то гуси, это лебеди. Гуси, лебеди. Гуси обнимусь, хватит мне уже гусей. Ну вот, я только вижу попу прекрасного... Секьюрити или уборщика. Подушки какие-то. Какие-то инсталляции, наверное. Мне не издалека на вареники вообще похоже было. Это реально какое-то творчество. А, мне нравятся вот такие вот красивые. Ой, орел. Ага. Красивые дома. Так, ну идем. Хотел Монополь. А, был там на карте Монополь. Так, ну идемте, Монополь, он же Поль. О, да, Наташа меня пихнула, я уже поняла, чего она меня пихает. Ой, какие гарные. Так, это сразу 4 гнома, дашь, я так понимаю? На
А это гном, это человек, который смотрит за гномами. Кстати, да. Он на гнома не похож. Он фотограф рассматривает малышей. Угу. Давайте мы малышей рассмотрим. Значит, бегут с лесенкой. Посмотри, ладошка его. И сзади что? А, мешочек несет. С котомочкой. А он что несет? Вот это, что это в ручке у него? Человек рассматривает. Но это, наверное, за гнома мы его не считаем. Вот. Просто человек, ловящий гномов, как и мы. Такой, с этим. А это гномики. Классно. Ну что ж, идем дальше. Уже начинаются такие магазинчики. Кстати, классно, уже зашли в прохладу. А я вам скажу, сегодня снова жарко, хотя обещали дождик. О, парни с гномом сели. Можно с ним уже гномика и мальчиков заодно? Что это такое? Не знаю, для А, на А. Ну, кто так устроил? Не знаю. Пацаны такие, ха-ха, девчонки, а к нас тут. Прикольно, да? А вон еще, я так и думала, такая, думала, на следующем постаменте тоже будет что-то. Так. А это что за красавчик такой? Это мусорщик. О, да. Он убирает, наверное. Да, он делает Вроцлав чистым, молодец. Вот и еще гнома мы нашли. Слушай, ну прям такой грязный день на гномов. Так, а еще больше ничего нету у нас. Знаете, вот такая вот эта игра поймать гнома, найти его, увидеть, это классно вообще. Кстати, можно попить и освежиться. Наталка вчера освежалась. В вечернем Вроцлаве. Кстати, мы повторили рекорд по Кракову. Вчера за один день сделали 13 видео. 13 видео про Вроцлав. Вот так вот. И в Кракове мы тоже. Наш первый приезд сделали 13 видео в один день. Вот такие мы. Значит, вы будете смотреть их несколько недель. И говорить, Оля, а ты что еще в Польше? Тебе на работу пора. Обойдем или как? О. Или просто, ну, тебе здание никому не мешает. Так что ли? Идем обойдем, посмотрим. Давайте обойдем с вами, посмотрим. Наша предлагает, почему не обойти. Улица прикольная, Франческая, Францисканская, почти как Бернардинский монастырь. Так, ну давайте обойдем с вами. Все-таки очень красиво. Попадаешь в какие-то такие места. Слушайте, действительно, тут такая места такие запущение. Вот. В какие-то такие, потому что на карте не видно, что это. Странно. Но вообще очень красиво идти просто. Значит, если францисканская, значит францисканский монастырь. Ну, наверняка. Спорим? Не буду спорить, но вообще интересно, почему такое как бы заброшенное место. Нет никого здесь. Может, мы с вами, нам почти не страшно. Вы же с нами, правильно? Вот, мы идем. А сейчас страшно? Не, ну как бы центр Вроцлава, утро. И вот... Европа, Евросоюз. Да, Евросоюз. Поэтому почти не страшно. Разве что чуть-чуть, пожалуйста, лайк поставьте. Ох, смотри, красота. Ну, как красиво, действительно. Наташа немного не туда смотрит. Как понять? Посмотри, разваляли что-то? А. Я уже красоту показываю. Ну, разваляли там что-то люди. На здоровье, ну. Хочется им, и валяют себе. О, можно зайти? Не, не можно. Угу, не можно. Ну, значит, это еще вход нужно. Ну, как это? А что и, разваляли? Да вон, смотри, какой-то дом был красивый, они его... Посмотри. Ага, древний какой-то был, с древностями. Какая... То есть это вход был какой-то, заложили. Так, ну вот разваляли. Туристы, они так постукали, и здесь, вы видели, их не пустили. Так, знаете, выглядывать из-за угла нужно аккуратно. Или гном, или трамвай, или что-то может прилететь. Наташа, иди вперед. Боже, какие растения. Ну, красота все-таки. После пустынки это радость. Что это такое? Парафия чего? Станислава и Дороти. И Вацлава. Парафия Станислава, Дороти и Вацлава. Смотри, это не францисканский монастырь. Да ничего. Так, ну что, занырнем? А, лицо Наташи видели? Да, запах жесткий такой, вот реально такой церкви. Засовываем камеру. Опа. И мы внутри с вами. Ну что могу сказать? Древний. Древний, красивый. Запах даже не свечек, а сырости. Ну да, сырость. Не это вот, особенно ладаном еще, когда пахнет, укачивает. Но вот такой сырости конкретно сильной.
Ну что, красивый, ничего не сказать, красивый. Мне нравится? Нет, храмов нравится. Посмотрели, мне показали. Нравится. Мне нравятся те несколько простых храмов, да, которые мы посмотрели. Все, да, все действительно. Все. Вот, этих нравится. Все, давайте с вами выезжать. Ступенька. Ну, прохладно, конечно, там. Да, здесь прохладно, классно. Но действительно, так как-то вот придавило немножко. А вам оно чуть светлее показало, он был темный. С таким запахом сыростью, так ух. Возвращаемся. Да, возвращаемся. Ну как, в принципе, красивый, очень красивый. Ой, не знаю, мне иногда кажется, что церковь в те времена была, чтобы запугивать. Это, шумно, конечно, это они все заложили, может быть, тут были стекла, интересно, мне кажется, да. Ну, никто тебе не скажет. Я надеюсь, вам реально интересно с нами путешествовать. Мы просто идем, смотрим, показываем. Это ваши впечатления, наши воспоминания. Поэтому спасибо сегодня вам за комменты и лайки. И продолжаем гулять в Рославле.